Добрый день, дорогой друг! В этом уроке я покажу, насколько важно правильно заполнить свой профиль в системе TeamAlt. Обратите внимание, у каждого из вас будет несколько вот таких вот замечательных страниц, которые приведут в ваш бизнес огромный поток партнеров. И в самом низу будет находиться фотография, ваша фотография, ваш e-mail, ваш скайп, ваш телефон. Это позволит кандидату в ваш бизнес сразу познакомиться с вами заочно и, если ему нужно будет, задать вам какой-то вопрос, либо по e-mail, либо по скайпу, либо даже по телефону. И именно вот эта фотография скайп и e-mail напрямую связаны с правильным заполнением вашего профиля. Итак, давайте заполним профиль. Переходим в ваш кабинет. Нажимаем кнопочку «Профиль». Как вы видите, здесь пока еще все пусто. Но заполнить очень просто. Пишем на русском языке. Фамилия Комаров. Имя Вадим, дата рождения. Ну, выбираем свою дату рождения. Это тоже очень важно. Выбираем месяц и выбираем число. Пишем скайп. Пишите правильно, потому что кандидат один раз попробует к вам постучаться, а второй раз может уже и не позвонить. И телефон с кодом. Вот таким образом. Теперь надо загрузить фотографию. Фотография должна быть деловой. Фотография должна внушать доверие. На фотографии должно быть видно ваше лицо, ваши глаза, ваша улыбка. Давайте поищем эту фотографию у меня на компьютере. Итак, изображение. Посмотрим, что-то может быть у меня есть сейчас под рукой. Ну, у вас-то, я надеюсь, все есть, потому что вы наверняка уже подготовились, сходили в салон, сделали фотографию. Если нет, то я очень рекомендую это сделать. Итак, вот я выбираю вот такую фотографию. Выбрать. И загрузить. После достаточно быстрой загрузки у вас появляется ваша фотография. Обязательно нажимаем кнопочку «Сохранить». Вот, профиль почти закончен. И теперь осталось внести вашу реферальную ссылку, вернее, ваш логин, чтобы сформировать реферальную ссылку. Берете логин тот, который вы выбрали при регистрации в GNS. В данном случае у меня Lizacom. И нажимаем вот здесь вот, только мне не надо 24. И нажимаем «Сохранить» вот на этот значок. Все. Первая ссылка сформирована. Это ссылка на ваш лендинг, на вашу страничку. А здесь ссылочка как раз в компании GNS, потому что в системе TeamAlt с вашей странички, с этой системы люди будут приходить к вам в партнеры в компанию GNS. Все. Теперь у вас профиль заполнен. Теперь ваши данные, ваши партнеры будут видеть в своем профиле. Вот у меня наставник, ну, я же, потому что я сам под собой зарегистрировался, чтобы записать это видео. И как вы видите, здесь фотография, имя, рождение, почта, телефон и так далее. Я думаю, все очень просто, все у вас получится. До встречи!